Всем привет, друзья! Ну что ж, идем до финала. Dead Space Remake. Батареечку забираем. Я так понял, что... А вот ее где активировать. Бля, я слышу, как там эти ебеночи проснулись. Вставляй. Опа! Если он тут пройдет, ему не поздоровится. А, он только один был, жалко. Я уже хотел активировать. На меня оно вроде как не работает, поэтому я могу забрать. Так, что мы делаем дальше? Нам туда надо. Давай хотя бы глянем, что происходит тут. Они не будут, скорее всего, нападать в таком маленьком месте. Это надо куда-то выйти, и там уже будет проще, наверное, да? Ай, сколько из-за тебя проблем, грёбаный ты обелиск. Хорошо, если бы мне еще открыли проход. Ну, они как-то не спеша... О, спасибо. Спасибо большое. Так, как бы мне поставить красиво? Сейчас какая-то херота точно вылезет. Опять эти вот лабиринты, как было у нас в той серии. Помнишь, где мы даже погибли разочек? Опять мосты, блядь, естественно. Так, поставим одну тут. Ой-о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 й. А, ну дамажит нормально, слушай. Хорош. Поставим одну тут. Нахер отсюда, падла, блядь. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, мелкие! Мелкие ублюдки! Все, готово. Бля, он сзади, я вижу, что он сзади. Так. Готово. Воу! Нихера. Падла. Дерьмо, а, мелкое. Там еще кто-то? Оу. Тихо. Забирай клешню. На, сука. Фу, ну пока нормально. Пока вроде живы, аптечки есть, все в порядке. Так что... Тебя вообще надо было приструнить по-быстрому, но что-то не получилось. Так, а где обелиск? Погоди-ка. А, вот он. И та же самая система должна была быть и здесь, получается. Так, из мелких вроде все забрали. Куча стазиса везде, как бы. Ну, это полезно. Это надо. Че за фризы, мать твою? Мы же уже в последней финальной главе. Какого хрена? Так, и здесь вот. Ну, как-то так. Забирай. Вроде все в порядке. Так, там нет энергии, надо энергию вернуть. Я понял тебя. Сейчас сделаем. Все быстро будет, все будет красиво. I'm on it. Please hurry. You can't fail now.
Твою мать. Так. Как они меня тут попадают, если я остаюсь и прячусь? Там что, самонаводка, блядь, или что? Так, минус один. Отлично. А вот непонятно, был ли минус два, но вроде был. Там еще баллоны были, все как надо. Все очень хорошо. Так, отлично. Ну да, да, хер ты тут пройдешь. Херота. Так, что по деньгам у нас? Давай посмотрим, может я смогу что-то купить. Ну да. Сильно не разгуляешься, конечно, но в принципе хватит. На три штуки. Так, нам туда. Обычно, где есть магазин, всегда есть сохранка. Вполне вероятно, что она может быть и здесь. Закрыто. Нормально. Зато помылись. Твою мать. По-моему, там что-то вылезло. Судя по звукам, что-то очень стрёмное. Ладно. Давай, знаешь, как сделаем? Давай возьмем винтовку, наверное. Мне кажется, в данном случае это будет самый лучший вариант. Там просто три патрона, и я не уверен, что мы тут все быстро сделаем. Что здесь? Тут типа что-то было запрятано. Так, серьезно? Давай. А, вот ты где, малышка, иди сюда. Сейчас, пока каждую запитаешь, пройдет херово туча времени. Так. Вставляем. Ну, куда же вы запрятали мой аккумулятор мой? Так, тут пока ничего. Смотри, там запитано, там все в порядке. Значит, одна консоль может быть активна. Онлайн. Так, она идет наверх. А-а-а! Вот оно что. Может быть, она упадет откуда-то? Ну, ситуацию сильно это, конечно, не исправило. Тут не открывается. Ну, вроде получше. Вроде ситуация получше. Там еще есть, я просто не все вижу отсюда, вот. Еще один. Ну, вроде нормально. Тут же не гравитация, да, у нас нет пока что. Ладно. Так, аккумулятор. Опа, ни хрена себе. Там внизу какая-то жесть происходит, реально. Так, эти штуки не разламываются. Хорошо. Если я, допустим, заберу отсюда. Тут генератор нам не дают. Давай туда вставим, посмотрим. Ну, ты издеваешься, что ли? Давай, вставляй. Так, здесь энергию восстанавливаю. А, вот она где прячется. Все, я вижу. Странно, что мы не заметили. Но это не все. Там еще аккумулятор должен быть. Как минимум еще один где-то спрятан. Давай сюда. Удивляет тот факт, что все эти батареи типа заряжены.
Ой-ой-ой. О, все рабочие, нормально. Там закрыто. Давай рестартнем. Если меня это не прибьет нахер. Хотя тут мы ничего не сделали. Вот. Так, проехать-то мы проехали. Бля, я слышу, как они там кряхтят. Твою мать. Но они не пройдут, понимаешь, в чем прикол? Так, нам куда? Туда? Туда. Айзек. Спокойно. Так, теперь тут можно тоже пройти. Чё ты, блядь, там кряхтишь? Если к нему приблизиться, это будет жопа. Это будет смерть сразу практически. Так, она показывает, что мне надо... Туда вот. Бля, у меня села эта херота. О, я могу восполнить, отлично. Бля. Готово. Так, что мы сделали с тобой? Вроде как прошли, вроде хорошо. Я не очень люблю эти темы с гравитацией тут. Слава богу, что хотя бы вражина была, но вроде мы не нарвались на нее. Опа. Вот мы и вернулись обратно. Ебать, тарахтеть. Нахуй отсюда. Так, минус один готово. Ух ты ж, ёб твою мать. Нет, не надо, не трогай меня. Пошел отсюда. Тихо, 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 Айзек! Держись. Так, его надо обойти. Обойди его, блядь! Дятел, твою мать! Сукины дети просто тупо зажали меня, блядь, со всех сторон. Я либо забаговался в текстурах, либо хрен его знает что. Но выйти оттуда не получалось вообще никак. Два взрывающихся кокона... Потом прибежал еще охотник этот. О, черт. Плохо дело. Но если меня рядом где-то бросят, то в принципе не так все критично. Не понял, подожди, где мы? А, нормально. Нормалек, подожди-ка. Так, тогда делаем вот такую штуку. Сюда, вон, блядь. Сейчас их очень много будет. Ай-яй-яй! Так, вот бегом, 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 бегом. Айзек! Блядь, патроны! Ебать тарахтеть! Ну, огня никто не любит, понятное дело. Кто ж любит огонь? Так, побежали, пока он тут. Я успею стазисно подкрепиться. Пошел нахер. Готово. Да, сзади ему не очень прикольно, да? Когда горит жопа твоя, блядь. Тихо. Да пошел ты вон! Блять! Пошел отсюда, сука, отойди, блять, отойди! Зажали демоны! Так. Фух.
Я не знаю, оно живое, блядь, или нет. Оно живое, нет? Не хочется особо проверять, но вроде... Вроде все. Фу, спасибо, что тут была хотя бы зарядка стазиса. Без нее тут было бы очень тяжело. Так, ладно. Что нам надо делать? А, транспортировать эту херню дальше. Давай. Так. Что там, опять что-то вышло? Не, пацаны, вас было слишком много. Куда уж больше, спрашивается. Давай я что-нибудь куплю, наверное. Пока магазин работает, надо этим пользоваться. Так, 3000. Ну, такое себе, конечно. Не шибко много. А все остальное мне, в принципе, надо. Я могу продать один баллон. Это даст мне немножко денег. Надо было их собирать, короче, как можно больше. Хватило бы нормально. Так, давай вот на этот пикль возьмем. Так, обелиск. Поехали дальше. Так, отлично. Все, он потихоньку движется. Я очень надеюсь, что он куда-нибудь приедет. Рано или поздно это должно где-то закончиться, правильно? Вот так вот. Фу. Нога чья-то. Замечательно. Все, валим отсюда. Что-то там неладное, по-моему. Так, дальше он, понятное дело, не пойдет. Сейчас будем искать точки соприкосновения. Так, забирай. Там еще что-то есть? Или это уже просто багнулось? Так, где у него эти нарывы? Фурункулы надо поискать. А, вот она. Блять, просрали хороший патрон. Здорово. Падай, сука. С хрена ты еще живой? Я не понимаю, почему ногой Айзек... О, у меня еще аптек нет. Замечательно. Просто не передать словами. Так, еще кто-то где-то есть. Мы не все с тобой рубанули. Так, ищем внимательно. Где-то должен быть этот гребаный нарост. Что-то я пока его не вижу. А, может быть, там, в глубине, кстати. Значит, надо поменять позицию и посмотреть с той стороны. Чвяк-чвяк. Мне бы аптечку, хотя бы маленькую. О, спасибо. Игра точно нас слышит. Ни хрена, тебе мало было? На тебе еще раз. Готово. Тихо.
Что-то мы как-то далековато с тобой уперлись, по-моему, нет? А, вот ты где запрятался, фурункул мой хороший. Вот теперь нормально. О, давно тебя не было. Грёбаная сань! Пошел вон отсюда! Хорош! Фейталити! Замечательно! Не хватает какого-то дробовика, что ли, не знаю. Ну, долби его ногой, придурок! Не видно же нихуя, понимаешь, темно. Поэтому приходится вот так канаёбить. Так, ладно. Мне кажется, что они немножко подзатянули игру. Когда второй раз ее перепроходишь, спустя много лет, понимаешь, что можно было чуть-чуть покороче сделать. То есть это же мы уже делали. Мы этот обелиск уже вторую серию возим. Так. Сейчас он пока проедет. Пока туда, пока сюда. Тут эта херота забаговалась. Жалко. Так, а судя по карте, я так понял, ну это вроде предпоследний, да? А, вот еще один. И вроде все, он уезжает туда. Там мы уже с тобой были. Чисто экскурсия для обелиска. Здесь у нас что-то производилось. Тут мы просто сошли с ума. А в этом отсеке есть некроморфы. Так, валим отсюда. Да, не шибко много, конечно, подарков нам тут дают. За такую бойню. Могли бы как бы побольше. Так, поехали. И сейвов, кстати, тоже давно не было. Хочу подметить, что сколько мы играли, сохраняшка была, по-моему, только в начале и вот тут. О, улица, боже, наконец-то! Аллилуйя. Hurry up, Isaac. Так, Bridge Control. Что-то не шибко он спешит работать, я смотрю. Так, ладно. Понял тебя! Минус один. Гребаные щупальца. Сюда иди. Generator. Пусть тут будет. Так, но это, видимо, не все еще. Он там не может проехать из-за этого, из-за этой срани. Так, тут не видно. Тут тоже сильно как бы не посмотришь вниз. Я так понял, что надо еще раз найти этот фурункул и попробовать разбить его. Все, видишь, в этой херне. Блин, стрёмно на самом деле. Потому что в этих местах Айзек нормально не бегает. Это усложняет нашу задачу по выживанию. Вот она где. Так. Привет! Ой-ой-ой! Пошел нахуй! Сюда, гребаный некроморф! Так, что с патронами у нас? С патронами, конечно же, все плохо. Так, мы не все разбили. Мы с тобой не все разбили. Так, мне, наверное, открылся какой-то проход там. Но я пока не вижу. Откуда оно вылезло вообще? А, вот и где. Все. Так, все, патрики сказали до свидос. Ебать, пацаны, у вас что-то много. Блядь.
Куда ты бежишь так быстро, блядь? У пацанов там просто мясо, понимаешь? Просто хардкор у них. Охренеть. Все, что было, все забрали, к черту. Так. 20 патронов в винтовке. Иди воюй, Айзек, спасай человечество. Оно заслуживает этого. Стазиса нет. Здоровья нихера нет. Все, малыша мы законтрили, короче, все. Бля, там еще какая-то хуета повылазила. Немножко их, конечно, бомбануло это, безусловно. Бля, ну прикалываетесь, что ли? Так, куда ты так, блядь, собираешься быстро? Готово. Копил, Олежка, копил патроны. Наконец-то они пригодились. Все и сразу. Так, там немножко, тут чуть-чуть. И жить можно. По крайней мере, две клешни мы точно обезвредили. И слава богу, этот сраный обелиск уже сможет проехать дальше. До своей точки. Какого хрена, блядь? Свидание. Так, поехали. Куда? Стоять. Тут что-то было. И оно, кажется, упало вниз. А, вот оно. Кредиты. Было бы, где их тратить, эти кредиты? Вон они, я вижу, бля, вылазят, твари. Ты ко мне идешь, да? Кто-то, блядь, рычит. Ой-ой-ой! Ебать, тарахтеть, сколько вас там? Так, тихо. Тихо, Айзек. Бля, у меня стазис закончился. Пацаны! Огненная вечеринка последняя, что я могу вам дать здесь. Ох. Да, встань на пьедестал, блядь, конечно. Сейчас обязательно. Если выживу. Обязательно это сделаю. Фух. Так, решили дозаебать меня в конце в этой игре. Убрали все оружие, все, что я копил. Некоторые патроны я даже продавал. Да продавался. Так, ладно. Хорошо, что мы вкачали пистолет. Было бы тяжко. Так, они оттуда повыходили. Ну, там вряд ли что-то есть полезное. А вот тут, кстати, может быть. Ну, туда же надо как-то забраться. Там один ящик всего лишь. Так, ладно. Чувствую, что она мертва уже давно. Так, ну тут мы сделали. Но начинается какая-то полная хрень творится у нас. Твою мать. Ай-яй-яй. Может, я куда-то уйду? А, да, таки да. Надо вернуться отсюда. Я же говорю, они рано или поздно должны были открыть нам это место. Работай, кусок дерьма.
Не? Реально живая? Why can't I see you again, Isaac? I loved you. I always loved you. Я же говорил, что типа она уже как бы мертва. Ну, то есть вот такое чувство было, что ее уже нет с нами. Твою мать. Ну, в общем, задание нам отменили. Ладно. Кредиты. Нам сейчас очень нужны кредиты, вот без них никуда. Охренеть. Я помню, что в конце должен быть финальный босс. Огромная тварюка, но что-то пока непонятно. Может, его в ремейке не будет? Хрен его знает. Сейчас будем разбираться. Бабки нам дают. Молодцы. Спасибо. Нет, чтобы каких-то патронов там... О, может, здесь что-то есть? Еще кредиты. О, импульсные. Слава богу, хоть что-то. Так, это уже интересно. Это уже интересно. Так, давай сюда. Все, это, в принципе, пригодится. Раз магазин нам не дают. А много... Хотя должны дать. Зачем эти кредиты надо?
таком случае. Так, будет слишком жалко тратить. Ну, давай перезарядимся. Пусть будет наготове. А, таки да, магазинчик будет. Тут вроде и сейф был, да, и магазин есть, поэтому давай запишемся для начала. Видимо, они по уму сделали все-таки, да? Что перед боссом надо тебе искупиться и продаться. Душу продать за пару патронов. Так, что у нас тут? Давай плазмокатор. Так, можно качнуть картридж рек. Ну, в принципе... Reload time там и так нормально. Давай сюда и сюда. Отлично. Перед боссом можно и вкачать, да, плазменный резак? Ну, красавчик, 20 зарядов, по-моему, то, что надо. Ну и теперь давай посмотрим, может, я могу что-то продать. По-моему, я находил какие-то полупроводники. У меня вроде ж... Нет, нихера, блин... Вот это печалька, конечно. Вот это печалечка. Так, ладно. Давай хотя бы так. Сотни сюда. Сколько у нас? Пистолетных, кстати, мало. Пистолетные мы редко покупаем, но можно тоже взять. Давай возьмем один стазис или... Пока лучше не надо. Аптечка, наверное, понадобится. Аптечка нам точно понадобится. Давай возьмем. И денег у нас больше нет. Теперь мы точно на мели. Погнали. Мы готовы. Лендинг пэд. Пошли посмотрим. Ой-ой-ой. Что такое, Дэниелс? Никого, блядь, не осталось. Ух, сколько там лута, ебать тарахтеть. Ты смотри, все в ящиках. Ни хрена себе. Так, ладно. Так, стоять бояться. Айзек, топай, топай. Молодец. Ух ты, ёп. А эту хероту нельзя поднять, да? О-о-о. Да, не сладко. Так, одну я еще отстрелил, отлично. Бля, на геймпаде, наверное, это стрёмно проходить, да? Бля. Так, еще две осталось. Жалко, я не могу эту херню в нее отпустить, и все было бы в порядке. Беги, 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 Айза. Айза. Айза хорошо звучит. Так, готово. Я тупо в окружении этого дерьма, понимаешь? Блять, не могу попасть. Нет, я попаду, не проблема. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Готово. Ну, оно же откроет, наверное, какое-нибудь сердце свое, и мы должны его завалить, правильно я понимаю? О-о-о, здорово, бро. Твою мать, патроны все. Патроны, добрый вечер, все, до свидания. Ну какого хера-то, блядь?
Так, все, забирай. Быстрее, быстрее! А, у меня стазис закончился. Зашибись, блин. Так, дерьмо, как с тобой? Блядь, еще мелкий. Ах ты ж, сука. Так, ну один есть, хорошо. Что мы близко подошли, как-то подозрительно. Открывайся, говно! Ай-яй-яй! Ай! Больно? Блять! Ты прикалываешься, что ли, гнида? Что, по патронам у нас? По патронам у нас полная жопа, конечно же. Аптечек тоже нет. Хотя бы маленькую. Так, она бьет налево, сейчас направо, наверное. Потом еще раз налево. Потом еще раз направо. И должна открыться. Открывайся, херня. Все. Тут добрый вечер. Так, надо куда-то перетиснуться. Блять. Она типа ограничивает мне область, видишь? Сейчас надо понять, она слева будет бить. Бля, еще тут. Охренеть. Айзек как-то влево-вправо, он же неповоротливый парень у нас. Понимаешь? Открывайся, херня! Бля. Открывай, блядь, лицо-то свое, чертово. Бля. Так, осталось последнее. Если я выживу, то я с первого раза его завалю. Фух. А, она сразу высыхает, значит, валим туда. Так, лево-право. Уходим, 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 Айзек. По-быстрому, дорогой мой. 18. Ой, фу, кислота! Черт, меня дери. Так, аптечка выпала очень, очень вовремя выпала аптечка. Так, право, лево. Сдохни нахуй же отсюда! Грёбаная тварь, сколько ж с тобой проблем-то? А, там еще что-то последнее есть. Тихо! Так, я разочек попал. Попал. Есть. Фу, вроде получилось. Не знаю, получилось или нет, но я надеюсь на лучшее. Ну, этот тентакль уже подохнет или нет? Фу, бля. Пиздарики. На воздушном шарике. Конечно же, оно мне ничего не оставило, кроме багов, да? Спасибо. Замечательно. Просто нет слов. Так, что это? Кредиты. На тебе 100 кредитов, падла, и молчи. Можно я туда прыгну, бля, и все, игра закончится нахрен? Фух. Leave the planet. Покинь, пожалуйста, эту планету. Жижа это уже не ядовитая, все в порядке. Все нормально.
Что-то забегал резко. Глава 12 закончена. Выжил один Айзек. На этом мертвый космос заканчивается. Я надеюсь, что вам понравилось. Спасибо, что были со мной. Не забывайте ставить лайки, подписываться. Впереди нас ждет еще много чего интересного. И самого ближайшего — это Хогвартс Легаси. Для фанатов Гарри Поттера, я думаю, будет самое то. Так что листанем. X4, X8, X16. Возможно, после титров нам что-то покажут. Для секретной концовки надо перепроходить игру на «Новая игра плюс», собирать обелиски, которые будут разбросаны везде, и тогда можно увидеть новый финал. Либо просто посмотреть его на ютубе и спать спокойно. С вами был Брейн. Всего хорошего, не скучайте, залетайте в телеграм-канал и на канал ютуба тоже подписывайтесь. Пока-пока.